Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Your Today Rogi. Так, заброшенный холл пройдено. Так, подожди, я знаю, что хотел? Я хотел пройти... Ну, наверное, вот здесь вот. Для чего, ребят? Заработать побольше рецептов. Надо рецепты. Надо рецепты для прокачки, а потом уже пойдем с тобой на основную нашу миссию. Может быть, и деньжат чуть-чуть подзаработаем. Деньги здесь тоже нужны, сам понимаешь. Так, убей врагов, 25 врагов за один забег. Получи уровень 2, реактивные сапоги и большой кофе 2. Короче, реактивные сапоги и кофе нам надо. Подожди, а что за реактивные сапоги? Что за реактивные сапоги? Забыл, друзья мои. Возьму защиту. Я знаю сапоги гравитации. Что за реактивные сапоги-то? Ранец знаю реактивный, но... Ладно, посмотрим. Это бомба сапоги. Чё-то меня как будто из колеи выбило. Дрон, вали нафиг. Может быть, гравитационные сапоги, а не реактивные? Может, я неправильно прочитал? В спешке, как всегда. Я же люблю не разобраться. Увидел там, ляпнул не в попад что-то. Так, ну здесь, понятное дело, урон, потому что по хп-хам вроде бы норм. По хп-хам норм, блин, накаркал, как всегда. Но... Найс. Херайс. Ну, что-то не дают мне кофе. Странно. Я всегда заметил, что 25 врагов за один забег убил. Одно задание выполнено. Ну что там за хмырьё, а? Беселая, стоит, строчит. Ну да, вот это. Ай, тупорылый. Да не дают кофе и все, блин. Как я без утреннего кофе буду играть, а? Иди ты нафиг. Куда ты ползешь, а? Ну куда ты ползешь? А рецепты выпадают, это уже, ребят, хорошо. Спички. Выпали спички. Ну, это поджог. Лучше бы кофе, конечно, было, ладно. Поглотило. А может быть, реактивные ранцы, не сапоги? Надо читать, блин. Да там очень быстро, ребята. Ой-ой-ой. Он там не один, что ли? Конечно, он не один. Ай, гори-гори, моя звезда. Увеличил время полета. Я увеличил время полета, значит, ребята, не реактивный ранец все-таки. Все-таки сапоги. Такой я выводил. Только лишь потому, что
задание мы с тобой как бы сделали, но оно не засчиталось. Скорость атаки. Было бы прекрасно, если бы, друзья, здесь бы нам дали возможность. Вот и стою, лыбу давлю, блин. Если бы нам здесь дали бы возможность прокачать шмотки. То есть на редкий. Тут, кстати, шмотки сами по себе не выпадают. Тут выпадает только лишь, ребят, именно рецепты. Шмотки не выпадают. Поэтому, если тебе повезло где-то получить эксклюзивную какую-нибудь шмотку с какого-нибудь сундучка, чтобы она выпала, то ты, считай, фартовый везунчик. Вот, кофе дали. Кофе дали. Первое. Мне нужно два кофе. Ну куда ты там, свистунок, собрался? Ой, блин, нет, нормально все. Чё? Немерено лазерных пушек, ребята, против меня тут. Ага. А вот это вот. Твою налево. Иду опять, улыбаюсь. Да, здесь они прострелить эти стены не могут. Поэтому за стену я могу, ребят, спокойненько прятаться. Ну, у них почему-то с отражением уже идет. Но он не дурак, он взял и облетел меня. Типа сказал, дурачка, поищи, да, в другом месте. Ну, куда ты от меня убегаешь-то? Давай пронзающие пули возьмем. Ага, доллары. За 3 секунды распетрушил. Не получилось обмануть кожемякиных этих. Иди свисти в другое место, свистун. Насвистывает он мне там. Кстати, вот ранец, когда у тебя офигенная, как это сказать-то, эффективные сапоги. Слушай, ребят, наверное, все-таки не реактивные, а гравитационные нужны были. Потому что двое сапог у нас реактивных. И как ты видишь, задание не выполнено. А я рассчитывал. У меня все на прыжках закручено, замучено. То есть, вот жалко, нельзя прокачивать перки. То есть, как бы вот. Именно нужно первый, второй, третий. Нет такого, чтобы ты, например, мог получить сразу там, например, перк, ну, грубо говоря, там, 5 уровня. Понимаешь, да, чем я? Типа нет вот усиления по перкам. Пускай даже рандомного. Ну, давай зомби-то шлепни. Сколько вас тут? Ай-яй-яй. Захотел наколоть судьбу, но не получилось.
Все? Все. $999. Получите, распишитесь, называется. Только хотел сказать, что-то давно не выпадают рецепты. Вот, выпал. Блин. Да ты издеваешься, рыжий. Ну, блин, бегу, блин, прям. А, босс-червяк у нас тут. Босс-червячок. А у меня нормально, у меня всего один патрон, ребят. Рэй, вот ты вот сейчас за хрена ты сейчас делал вот так вот. Давай плюй свою фигню. Пипец. Да ну Петруча, блин. Давай внизу бегай уже. Босс червь. Ну, осталось не так уж и много у него хп. Вот чем хорошо, ребята, когда у тебя довольно долгий полет. Ты можешь все это напросто пролететь. Есть свой плюсик в этом деле? Есть. Ну, ему хана сейчас будет. Только по яйцам ему. На. Да не кривляйся, не кривляйся. Но нормально. Маловато, конечно, будет для прокачки, скорее всего, но заработали что-то. Даже, смотрю, повышение можно получить. Ага. Уничтожьте 150 коробок. Получите... Да, вот нам мы не сделали кофе, мы не... Реактивные сапоги. Что за реактивные сапоги, блин? Аккумулятор. А он куда ставится, аккумулятор этот? Вместо часов нет, спасибо большое. Вместо часов я не хочу. Так. Мы с тобой остановились вот здесь. Вот здесь вот. Ну, в спящем, блин, городе. Че, ребят, попробуем? Спящий город. Ну, мне кажется, я не потяну. Пока у меня не будет, ребята, перков. Не перков, а токенов. Так, 150 коробок, значит. Реактивные сапоги. И кофе, да? Сразу же жабы пошли. Оу, щит. Одна пуля рядом, стреляет еще одной пулей. Ну, тут как бы, что пуля рядом, что стреляет одной пулей. А как коробки-то уничтожить? Странно. Уничтожить 150 коробок. Ну ты посмотри, зомби тут не такие. Жалко, что... Ать. Давай, эхо-магазин. А, наверное, ребята, коробки мы можем уничтожать, знаешь, с помощью чего? Да ну нафиг, блин, тронуло, а? Мы коробки, наверное, можем с собой уничтожать с помощью сапог реактивных. О, реактивных. Которые при приземлении наносят урон. Вот эти вот. Взрыв сапоги.
Давай проверим. Есть тут коробка? Вот, есть. Да. В этом случае мы с тобой сможем уничтожать коробки. Ну и, соответственно, наносить урон зомби. Так, нам нужно еще большой кофе. Уничтожил. Давай, наверное, лечение возьмем. Очень, ребята, хочется. Вот серьезно говорю, очень хочется взять здесь награду. Но, блин, так не хочется смотреть эту рекламу. Да ладно еще смотреть, вырезать ее потом задолблюсь искать по этим таймингам, блин. Где там ты смотрел, где там что, куда там убрать, блин. Вот это бесит больше всего. Так, ладно, я гляну, тут ящики есть? Есть. Единственное, что не показывается, нету у нас, сколько ты ящиков подбил, где они там. Ну и, конечно же, бесит, когда зомби под тобой бегают, вместо того, чтобы бомбить эти турели, мы бомбим с тобой зомби. Это прям вот раздражает. Так, здесь уже все уничтожено, получается, да? Значит, что нам нужно? Нам нужно ящики бомбить и, как всегда, кофе. Ну, в плане, ну... Все, больше нет ящиков. Мало как-то. Долбаные зомбари. И очень много получаем урона. Как будто, блин, у меня даже как будто брони нет никакой. Ёк, макарёк, а. Давай я, наверное, возьму ранец. Возьму ранец, чтобы... Долбаная жаба, она так хочет, ребята, прыгнуть. Почему я не могу просто пройти мимо зомби? Почему они меня постоянно задевают, блин? Роботы, когда эти дроны летают, я мимо них могу пройти. Мимо жаб пройти невозможно. Они тебе, блин, обязательно саданут, обязательно заденут. Дали бы мне вот эту винтовку, я бы ее потом прокачать бы смог. Было бы круто. Хорошо у него не самонаводящиеся снаряды, да? Нет, самонаводящиеся. Кофе. Так, выполнил. Две звездочки в плюсик. А, это тетя Мотя, блин. Между ног несет там что-то. Да их сапоги не берут. Видимо, они здесь настолько крепкие, что первый уровень взрывных сапог им плевать. Где эта турель? Жаба, сдохнешь ты сегодня? Сдохла. Сдохла жаба. Турель добьем. Прекрасно. Эхо-магазин. Ящики все разбомбил уже, что ли, здесь? Все, все? Это не ящик? Нет.
Вот, вот опять, ребята, опять этот зомби внизу шуркается, блин, и мой персонаж, блин, бомбит именно по нему. В приоритете, как там было написано, он стреляет в ближайшую цель. То есть, как ни крути, блин, тебе, ну, вот этого вот не избежать. Не избежать тебе этого. Тихо, подожди. Че, наверное, хиляемся, ребят. Я все понимаю по поводу урона. Да ну пошла ты в очко, блин, а? Да посмотри, что ты скотина делает, блин. Да, это жаба. Ну ты... Пипец, у меня, блин, закончилось. Чокнутая дура, блин, а? Бесит, ну бесит, ребят, это жаба, блин. Постоянно в прыжке подлавливает, а? Скотина, блин. Видишь, щегот облетает, чтобы стрельнуть в меня. Дрон этот. Угу. Минус, минус, бабка. Теперь с тобой. Да... Чё ты там, блин? Хотелось бы, конечно, взять, ребята, пулей. Понятное дело, блин. Ну ты сам все видел прекрасно. Блин, сапоги бы, которые тупчат зомби и хиляет, тоже было бы неплохо. В общем, я опять, ребята, иду к боссу с дыркой в голове, блин. Это я так утрирую, но ты понимаешь, о чем именно я говорю. Без порток, как говорится, но в шляпе. И не прокачан толком нифига, блин. Ну, потому что мне надо было эти кофе брать, там подобные, чтобы выполнить эти ежедневные задания. Теперь крыса под ногами. Ёпарасоты, блин. У меня что, пронзания нету, я не пойму. Ну, я вот посмотрел, ребята, сколько отнимает они здоровье. Я тебе скажу, здоровье отнимает они до хрена. За каждый выстрел. До хренище. Ё-моё. Она уже, друзья мои, идет с автоматическим отражением урона. Но ты видел сейчас, что произошло? Я прыгаю, эта скотина прыгает за мной, блин. Жаба долбанутая, блин. На всю харю, блин. Ну и чё, вот как вот мне его бомбить? Мне не хватает просто урона для того, чтобы его зафигачить, ребят. Он еще 400. Выстреливал 3. Выстреливал 4. Нормально. Давай ты там поднимайся. У нас, кстати, ребята, сейчас выпал снег. Намело, будь здоров. Все белым-бело, блин. Весна называется.
Он, ребят, не 4 патрона. Извините меня. Посмотри, ты видел? Ну ты видел, сколько один снаряд отнимает. Ребят, это... Блин, надо было кофе. Или я кофе уже выполнил? Это нереально. Все, навтыкали. Насували, блин, полный рот. Ублюдки. Еще и застрял, думал, там пройти можно. А там пройти ни хрена нельзя. А кто тут босс? А мы, по-моему, не доходили с тобой, да, до последнего босса. Ну, шанса от хила я уже, ребят, не получу. Мы его потратили. Зомби, ну вы достали, ну просто в корень, а. И так, и сяк. Жопой об косяк. И прыгнул. Я думал, что... Я не пойму, эти турели меня вообще задевают или нет. Ну, и в плане того, что они наносят мне урон. Вообще замечательно. Я сверху ту турель еще не увидел, который там ползает чуть ли не за экраном. $1287. 9 хп, ребят. Просто один полет жабы и все. Вот объясни мне, как здесь играть? Как тут проходить? Я молчу, там что дальше будет? Уничтожил 150. Не уничтожил. Так, получить... Второй уровень реактивных сапог. Так, тут максималка. Что у нас там улучшается? Часы. Атака плюс 14. Блин, мне бы пару костюмов бы где-нибудь надыбать. Скоро уровень, кстати, ребята. Ключ. Так, я забыл, где у нас. Здесь, по-моему, да? Не, не то. Здесь. Давай посмотрим, что там тут. Спутниковый телефон. Просто обычный вшивенький спутниковый телефон, друзья. Надо жару проходить. Надо проходить жару. Ну я не могу, ну здесь, ну какой-то, ну... Да ты посмотри. Все атаки противника охватывают тебя пламенем. Все атаки противника. Вражеские пули отскакивают от стен. Враги сильнее. Враги могут атаковать огнем в ближнем бою. Враги двигаются и атакуют быстрее. Больше мини-боссов. Враги восстанавливают здоровье, когда не под прицелом. Ну ты прикинь, ну... Пойдем сюда. Так, враги двигаются и атакуют быстрее. Враги могут атаковать огнем в ближнем бою. Короче, понятно все. Ничего хорошего здесь не жди, называется, Рэй. Прессинг. Рвач. И психостой. Блин, что-то вот 162 катаки, ребята. А кто-то мне писал, у кого-то уже, ну, из подписчика кто-то писал: Рэй, у меня уже 500 катаки. 500 катаки, ребята, 500 катаки, ты понимаешь? У меня 162, у него 500 катаки. Нормально? Бабка вшивая, вали, вали нафиг. С низким здоровьем. 100% шанс крит. Но это, ребята, элементарно получается как добивка.
Короче, жабы здесь предназначены для того, чтобы ты не мог прыгать. Лучше ходить понизу. Но согласись, это выглядит немножко бесяво, потому что, когда ты просто ходишь, в тебя летит охрененная армада, как сказать. Охрененная армада вот патронов. И как ты будешь ходить? Что значит ходить? Не получится просто бродить здесь. Возьму, наверное, воду, ребят. Воду для чего возьму? Для того, чтобы у меня было больше хп. Ну, чтобы постараться. Пипец, вот этот зомби меня просто столкнул. Чмошник, блин. Столкнул к этим крысам, которые там бегали. Дятел, блин. Увеличить порог казни. И ты в баню. Да не надо. Я в следующий раз, ребят, специально, блин, я вот специально сделаю, буду каждый сундук открывать. Хрен с ним, потрачу время на эту рекламу дебильную поиск. Но я специально буду ящики, блядь. Потому что ты сам понимаешь, это лишний перк, ребята. Лишний перк, он не бывает лишним. Это считай, ты уже будешь на одну возможность какую-то прокачан. Блин, у меня же нет прыжка реактивного. Ну ё-моё, вот привыкаешь, ребята, к прыжкам, и все. Ты задолбал, зомбарь, блин, вшивый дудлик, блин. Да. Понимаешь, я привык, что у меня этот ранец. Я когда делаю двойной прыжок, я жму и думаю, что он не летит. Но у меня же его нету, поэтому он не летит. Ёпарасоте, блин, там... Ты видел, что делать? Что тут навтыкали мне? Сколько, блин, навтыкали, ублюдки? Опять застрял в эту парашу. Начали играть, называется. Только начал играть, все, ребят. Уже ничего не осталось. Ни хп, ни... Блин, надо было кофе брать. Вот об это. Я бегу дальше и все время забываю, что здесь... Это чушь, блин. Иди ты в анус, блин, а? Ус, анус, арбуз. Даже первого босса ковыряю тут до посинения. И где их порог смерти? У него как было там чуть-чуть хп, так бы я и обычным ударом был, добил бы. Уже сама на водяшке. Ё-моё, у нее же отражается от стен. Дурик. Отскакивает от стен, отскакивает от врагов. Ну, наверное, от врагов лучше пускай отскакивает, чем от стен. Хотя и от стен тоже надо. Да бей ты турель, блин, говорю. Не, надо было от стен, потому что у нас... Нормально? В крысу задолбанную, замухрышинскую попасть не можем. О чем тут, ребята, можно вообще дальше говорить?
Пипец, прессинг. Кофе, да, по-моему, надо было нам. Я уже забыл, что делал. Что не делал, блин. Кофе, херофи, блин. Ранец мне нужен. Ранец. Долбаные крысы. Ну, ёпамаковка. Ну, что за дерьмище-то, а? Как он медленно стреляет, друзья. Ну, как он медленно стреляет. Ну, даже в крысу не может попасть. Ну, ё-моё. Ну о чем тут, ребята, говорить? Ну крысу даже не может, она слишком быстрая для меня, блин. Пипец. Стыд как дудлик, блин. Чё, понятно, лечение. Стыд как... Давай гляну. А, тут вот что у нас. Вот что у нас здесь. Я получил здоровье, 10% здоровья. Слушай, я думал, перки мы будем получать. Нет, мы с тобой получаем... Ну, это тоже неплохо, ребят. А чё я такой медленный-то стал? Ребят, я какой-то стал медленный, блин. Как это было у нас когда-то с тобой уже. Ну ты посмотри, блин. Ну, ну это не может не раздражать. Ай-яй-яй-яй-яй. Бесит меня. Все, ребят, ящики можно больше не ломать. Всю срань, что только можно было подловить, ребята, я подловил. Приземлился, блин, на эту, как... Сказал бы, на что. Плюс еще один прыжок. То есть, получается, 3 прыжка. Или сколько? 2 прыжка. Конечно, это швабра тут как тут, блин. Я прожавал. Почему у них полоска жизни еще какая-то в какой-то белой оболочке? Я не пойму. Что это означает? Блин, я не могу, когда вот это вот заторможивание идет, блин. Тупорылое, непонятное вообще ничем, необоснованное. Две турели. Наваливают, наваливают. И крысы вшивые все тут. Ну кто, вот кто меня мог задеть, блин, ну? Долбаная черепа... Ой, я здесь буду стоять.
Да ты заколебал, тварь, блин. Долбаная жаба, просто нет слов на нее. А, это же босс у нас, да? Ого. Пипец. И все равно попал, а? И все равно я получил урон. Да, он, блин. Ну, ё-моё, ну какого сопляжу, я-то не допрыгнул, блин. Стоим. А у меня что, не было отскакивания от стен? Блин. Конечно, не было, блин. Ну вот, посмотри, сколько мне накидали урона. Все отчетливо и прекрасно видно. Сдохнет турель-то, а, или нет? Ну, к боссу идти с таким коли... С таким количеством хп до босса идти, это самоубийство, ребят. Да стреляй ты в этого чудо-юда, блин. Крыс приземлился. Крыса бежит намного ниже. Как тебе такой расклад, а? Да ну нафиг, блин, тут все, блин, разбодяжили, блин. Ты начинаешь от... Просто все заполнивает. Все заполнили, ребят. Я горю. 60 хп. Спасибо, блин. 60 хп. Один, что? Шанс оглушить противника, блин, спасибо. Да ну охрен мне твои зомби, ну он же турель, ну дебила ты кусок, ну...
Но он все равно дебил будет, блин, бомбить по зомби, который бегает внизу, ребят. Турель ближе намного стоит, он будет бомбить по ним. Вот об этом, ребят, я вам тогда говорил. Что тут... Почему он не добивает? Где его крит? Обещанный. По уничтожению, блин, там, я не знаю, там... Порога жизни. Посмотри, сколько стреляешь, блин. Стреляешь. 107 хп. Давай. Так, а там, по-моему, что-то новенькое я увидел, да, ребята? Что тут у нас? Атака плюс. Ты видел, когда листалось, там что-то было новенькое? То ли гранатомет, то ли оружие какое-то новое. По-моему, что-то... О, офигеть. А, ну все, она просралась. Игра, и все ускорилось. И сейчас мне жопа будет. Снаряд вшивый. Все, ребят, запрессили. Я просто чудом каким-то. То ли надо, блин, прокачивать грибы, зомби, хилы, одним словом. Я не знаю, что тут прокачано. Что тут вообще? Блин, будешь прокачивать этого, тебе будет не хватать урона. Будешь прокачивать урон, тебе будет не хватать здоровья, блин. Я думал, что жаба перепрыгнет меня. Перепрыгнула. Да, конечно. Все, все, ребят. Поиграли и будет. Да чё, ну 70 здоровья, ребят, ну. Почему нет какого-то щита, который бы отталкивал зомбари от меня, блин? Вот кто? А, бесплатно есть. Даже если я восстану, блин. Добил я эту турель. 537 хп. Ну вот, вот тебе, вот тебе, вот тебе результат, блин. Ну вот как ты тут, блин, знаешь, такой в жопе выигрывать, блин? Ну это действительно жопа, ребят. Думал, что эту жабу долбаную, блин, завалил, блин, нифига не завалил. Все, бедный мужик. Как мне тебя жалко, блин, нам не хватило всего чуть-чуть. Как и в тот раз, ребят, как и в тот раз, блин. Уровень. Уровень же. Да, да, друзья. Давай. Это все, что мы с тобой заслужили за уровень. 20 золотых. Спасибо, блин. 20 несчастных золотых дали, блин. Мне аж плакать хочется, блин, от этого всего. Блин, что вот в этом это? Я хочу гарантированно одно эпическое оборудование, ребят. Эпическое. У меня нет эпического ни одного. Вообще ни одного нету. Есть зато объединение какое-то. Объединить все. Будет один зеленый, да?
У нас есть зеленый. А что тут можно еще объединить? Объединить все. Нет оборудования для объединения. А этого мы не можем объединить, да? Зеленый, потому что это от первого уровня, а это с седьмого. То есть, если у нас было бы три рации, ну, допустим, зеленого уровня, плюс при этом всем три рации все седьмого уровня, мы могли бы тогда объединить. Сто голды кинули. Так, ладно, пойду попробую, ребята, попрыгать в старых локах. Ну, вот этот этап попробуем пройти. Опять же, ребята, чтобы получить рецепты. Тут должны вообще с одного удара всех сносить. Ну, по идее. Просто один выстрел. И вот реактивные сапоги нам еще нужно сделать задание. Реактивные сапоги что-то вообще не выпадает мне. Да, один выстрел, один труп. Прям кайф какой-то. Ну и денег, конечно, не так много зарабатываешь, но... Зато рецепт, ребят, падает. Реактивные сапоги нам нужны. Давай так сделаем. Два. Так, это первый, а второй. Замечательно. Блокирует урон раз в 10 секунд. И опять тормоза включаются, а? Ну, тут не обязательно это брать. Этот уровень я и так пройду. Пятьсот урона, блин, представляешь? 500 урона. Турели даже здесь, друзья мои, не так быстро бомбятся. Баскетбол. Это чисто для фарма рецептов. Интересно, а рецепты на зеленый выпадают или... Или тебе просто объединять можно, ребят? Кто, у кого есть? Можно объединять... получить? Или чисто объединение только делается? То есть зеленых рецептов не выпадает вообще здесь. Чиркните в комментах. Блин, дали бы вот этот прицел мне. А с другой стороны, заморозка вроде бы тоже неплохо, да? Она замораживает против... Ну, почему-то лечение при завершении комнаты. Все. Ну, я хотел сказать, можно ли здесь получить зеленые рецепты? Или даже синие? Или это по стандарту? Вот идут тут белые? Везде, на каком бы ты этапе ни был. Так, а мне что надо было? Опять с головы тел. Ну, деменция, ребят. Все, уже мозгов нету, блин. Что-то мне надо было. Мне надо было реактивные сапоги. Две штуки. Которые мне, блин, не выпадают. Нету реактивных сапог. Даже, казалось бы, вот первоначальный этап. И то, ребята, невозможно пройти, не получив хоть какого-то урона. Хотя это считается изичным этапом. Да, изичным.
И рецепты перестали давать, да? Ну, первый мини-босс. Эхо-магазин, конечно. Доллары. Доллары. Че рецепты-то перестали давать, а? Братки. Да, вообще перестали давать. Прикинь. Оп. А так, блин, ну хп меньше. Ладно, фиг с ним. На этом этапе можно, ребят. Кстати, вот так вот действительно можно нарваться на неприятности. Ты берешь этот флакончик, а он тебе бац, подляночку такую. Атака усиливается, здоровье уменьшается. И потом будешь сидеть, сопли жевать, орать, материться. Лучше бы я взял в себе сам, выбрал, чем эту фигню получил. Все, перестали мне, короче, давать рецепты. Был бы какой-нибудь перк, который увеличивает количество получения там этих прокачиваешь у тебя более редкого, да, рецепта. Вот тут вот, прикинь, играть с отражением. Вот, просто представь, ты стоишь, в тебя летит орда вот этих вот пуль. Ты от нее отходишь, а не бац, через отражение тебе в лицо. А там еще, не забывай, залп идет следующий. То есть, ну, такое себе удовольствие. Босс, дай что-нибудь путевое, а? С них ничего не выпадает, вот тоже обидно. Да, это слишком легко, конечно. Там-то пердак горит, будь здоров, но здесь слишком легко. И... вот тут, прикинь, тут было бы... смотри, плюс 4, 16 и 12. Плюс 4 к атаке, было бы нормально. Тут 6 к атаке. А следующий уровень у нас на... ага, на 9. Слушай, а как он вообще получается у нас? Получить дополнительный стат, получить реактивные сапоги. У нас звезды, да? 10 звезд нужно. Ну-ка, дай дополнительный получу. Так, нанесите 40 900 урон по врагам, получите. Еще могу получить. Слушай, так нам нужно 8 звезд еще получить. Тут 3. Блин, реактивные сапоги. Где их? Где их взять, ребят? Ну где их взять, реактивные сапоги? Почему мне не дают это? Почему мне не дают реактивные сапоги на выборе, ребят? Я сейчас попробую заработать их. Но не дают они мне их. Злодой несчастный. Почему реактивные сапоги? Ты вообще видел? Я видел сапоги гравитации, я видел другие. Но реактивные сапоги. Что вообще за... я их хоть вообще видел, эти реактивные сапоги-то? В глаза. Реактивные сапоги. Что-то я вообще задумался об этом. И что-то меня как-то немножко смутило. Реактивные сапоги. Реактивный ранец есть. Ну, реактивные сапоги? Чё-то я, ребят, сам озадачился, по ходу дела. Они ничего не напутали, блин? Точно реактивные сапоги? А то, может, баг какой-нибудь?
Интересно, девки пляшут, ребят. Реактивные сапоги. Не, а если серьезно, что за реактивные сапоги-то? Реактивный ранец, да. Сапоги, которые бомбят, это есть, да. Что за реактивные сапоги? Блин, хоть ты меня прибей сейчас, я не могу, я не могу вспомнить. Вижу кофе, вижу грибы. Я просто хочу убедиться и удостовериться, что такие сапоги есть. Просто я подзабыл, как они выглядят. Даже здесь без косяков не могу, а? Даже в элементарных первых уровнях без косяка не могу, ребят. Но здесь потому что неаккуратно. Вот надо... Ну, смотри, хоть рецепты дали. Вот это что ли сапоги? Нет, это не реактивные, это... Это, по-моему, обычные сапоги, которые это... Ну, который крафтится. Короче, шмот. Шмот. Увеличивается скорость с каждым убийством. Это что-то новое. Я, ребята, косы я такой не видел. Может быть, реактивный сапог я еще не видел. Кстати, ты заметил, что нам не выпадает инвиз? А что такое коса? Увеличивает скорость. И она накапливается? Серьезно? Да ну нафиг. Прикинь. Вот они. Получи все поверапы при следующем повышении уровня. Вон они, ребята, реактивные сапоги, оказывается, есть. Были. И я тупанул, не взял их. Я их не взял. Слушай, ну вот эта имба мне нравится. Вот именно. Она еще и остается при мне, прикинь. То есть у нее накопительный эффект. То есть мы убиваем с тобой, у нас идет... И скорость возрастает. Скорость же возрастает же у нас, да? При стрельбе. Ну, по-моему, да. Собери все пауэрапы. Это что, новая задача? А. Фига себе. Это что... Блин, а почему мне такого не дали, блин? На... Блин, не обидно, ребят, пауэрапы. Эй, все пауэрапы, прикинь, не какой-то там один на выбор, а все сразу дали. Вообще какой-то топчик. Золотое яйцо я какое-то получил. Это оно мне, я так понимаю, дало возможность. Забрать все пауэрапы.
А тут даже снаряды, ребят, отражаются. Даже на этом боссе. Бур. Бочка. Тут вообще калашматим на изи. Но вот этой косы я не видел. Что мы с тобой получили? 50, ребята, у меня уже 50. Я не понял, 50 душ, 50 убийц, что это? Нанесите, я нанес урон врагам. Давай еще бензин возьмем. Я просто весь фиолетовый такой. Просто поглотитель душ. Ходячий поглотитель душ. И эта коса выпала мне чисто с поварапа, ребята. С тройного поварапа. Просто скорость, видел, стрельбы? Она заоблачная. А теперь представь, если мы еще возьмем, например, 4 дрона. И плюс крит убийства и... Что там у нас еще есть? На самом деле, до хрена что есть. Крит убийства, да? При малом количестве хп у врага. Плюс там замедление какое-нибудь. Можно было вообще. Да, с реактивными сапогами я опять, друзья мои, обделался. Но зато я выполнил по урону атаку. Тут и по урону атаку. Задание по урону. Просто посмотри скорострельность. В лохмотье, друзья мои. Просто в лохмотье его. Слушай, ну это имба. Вот это имба, ребята. Бонус. А, ну сапоги я за бонус же получил, правильно. Ага. Так, блин, все-таки. Давай посмотрим, наверное, еще разок. Уничтожить 100 коробок. Ага, уничтожить 100 коробок. Так, 66 к урону. Еще что-то можем прокачать? А, броню. О, 154 хп. Так. Значит, нам нужно уничтожить 100 коробок. Это раз. И получить реактивные сапоги. Блин, ну конечно, если бы мне попалась бы вот эта штука. А почему она не выпадает в поварапах, а? Ребят, ее просто нету там. Я, по крайней мере, ни разу не видел. Вот она мне выпала с этой пробирки. Каким-то чисто случайным чудом. И это просто офигенно. Ну здравствуйте, приплыли. Что с игрой-то опять? Ну что это? Жесть, я не понимаю от этой игры приколов вот этих вот. Ну сфигали, блин. Влекло, блин, это чудо там.
Враги превращаются в фейерверк. Но это когда... Блин, друзья, напишите в комментах, у вас такая же фигня бывает или нет. Я не понимаю, почему такое происходит. Для меня это какой-то нонсенс просто. Ну и только что все было нормально, бац, началось вот это вот недоразумение. Давай рискнем. Поджигает врагов и... Ну, поджигает врагов и что еще-то? А, и пуля рядом. Ты видел, сколько отнимает фейерверк здоровья? Он, ребята, этого не... Он не заслуживает этого. Фейерверк не заслуживает того, чтобы быть взятым. Блин, ну как замедленная съемка? Ё-моё, slow motion этот. Матрица или как это назвать там? Макс Пейн, блин. Там это такая фигня практиковалась. Помнишь там замедляшка вот эта вот? Давай, крит шанс. Фиг ли тут? Блин, ну прям, ну не знаю, некомфортно, а? Прикинь, привыкаешь вот к такому замедлению, а потом резкий такой драйв, блин. А ты уже привык такой к замедлению, к такому. Не, я бы понял, если бы было бы, знаешь, как враги медленные, ты быстрый. Я согласен. Но когда ты медленный, блин, и враги медленные, ну это уже никуда не годится. Не, фейерверк это фигня, ребят. Он не наносит достаточно урона. Не наносит. Слушай, ну зомби, вот, по крайней мере, сколько я смотрю, они замедляются, причем довольно хорошо. Но, понимаешь, дело в том, что когда очень быстрый зомби и включается вот это вот замедление, да, азот, то они становятся просто очень быстрыми. Ой, обычно быстрыми. Не очень быстрыми, как здесь, а обычно быстрыми. Че несу, блин? Опять яйца. Так, секунду. Ну и куда ты лезешь? Блин, ну не могу прям, как мы двигаемся, ну мудозвонство просто. Причем она вот так же, сейчас вот медленно, и так же может быстро отпустить. Без причины. Надо же, мы рецептик получили, блин. Это рецептик у нас идет на что? На броню, да? Даже сейчас эта бабка крепкая, а?
От ее пуза отскакивают патроны, летят непонятно куда. Ну, пора тебе откупориться уже, бабка, хорош. Ну, тут даже несколько рецептов. И все на броню. Доллары. Один с таком-то из 30. И еще, зомби тоже, блин, по какому-то непонятному мне принципу могут спускаться, как и я. То есть и стоять под ними, получается, нет никакого абсолютно, ребята, смысла. Так, уровень 7. Враги горят со временем. Было бы куда веселее, если бы этот азот бы еще, ребят, наносил бы урон. А не просто замораживал. Да как замораживал? Он их не замораживает, он просто их чуть-чуть замедляет. Зомби... Слушай, так, наверное, турели не относятся к зомби, поэтому они не... Хотя он и не получает урон. Слушай, закончится вот это вот торможение, это вот это вот дурацкое, дебильное просто. А вот то, что вот здесь вот мы уровень получаем, это что означает? Вот этот уровень. Мы с каждым уровнем получаем с тобой возможность получить, ну, этот power-up, получается так? Мы на каждом уровне получаем power-up. Вот у нас уровень. Ну да. Скажем, уровнем power-up. Долбаная жаба. Меня вот это раздражает. Ну давай ты бомби, блин. Слушай, даже тут мне уже наваляли урона-то, посмотри. Чмошник. То есть на голову, когда ты приземляешь, ты урона не наносишь. Как только ты разворачиваешься к своими мелкими вонючими ручонками, до меня дотрагиваешься, все, сразу получаю урон. Где логики-то, блин? Да бомбани ты, господи, по нему, все. Там еще какой-то Квазимодыч прыгает. Но... Не знаю, почему-то я привык уже к скорости. Для меня это просто какое-то издевательство.
Просто перезаходить в игру, ты опять это, терять прогресс, блин. Не особо я жалую этого всего. Выберем грибы. Дурачок местного разлива. Нормально, так вузу. Как в матрице. Ту жабу. Там было и расколотило, а? Кто, бабка, что ли, там? Ну да. Я ее без грима и не узнал. Блин. У меня же нет реактивного этого. Смотри, а. Допрыгнуть умудрилась до сюда, до меня, блин. Хрен знает, до какого этажа, блин. Мне надо, чтоб такие высоты прыгать, иметь двойной и тройной прыжок. А эта мразь просто до тебя допрыгнул, да и все. Так что вот так вот, ребят. И вот еще, ребята, вот от этих дронов, которые по горизонтали стреляли, по вертикали, я особого профита не вижу. Урон у них недостаточно высокий. Да че, еще 10 комп, че тут, ну потому что у нас на замедлении, поэтому так и долго, блин. Где лазер? Лазер бы по существу, ребята, должен наносить урон не только мне, блин. Ну и жабам, и зомби, и тому подобное. Я думал, что там нет никого, блин, жаба тут. Ну вот, смотри. Мы с тобой бомбим в эту херобору. Пипец. Три патрона. Даже 4 или 5 вылетает. И по барабану. Это у нас босс предпоследний, да? Еще будет, по-моему. Ну да, еще последний будет босс. Это так, предбосс. Что тут взять-то, блин? Увеличит размер пламени, это фигня.
Угу. Да я просто не увидел ее, блин, там ползающую внизу, швали тут. Опять жаба, да? Слушай, а нам же коробки нужно было, по-моему, нет? В общем, все задания, что я набрал по поводу коробок, реактивных этих ботинок, ни одного не выполнил пока. Да за таким... Если вот мы пройдем с тобой этап, и она не разгрузится, мне придется, ребят, перезаходить в игру. Ну это чушь полная. Так играть, я бы сказал, себя не уважать. Мы этап с тобой проходим, блин, под полчаса, блин, таким макаром. Собака. Тут-то я ее наколол. Жабу эту. Все равно урон маленький. Все равно урон маленький. Лечение. Второй тепер какой? А, топтать мертвых зомби. Слушай, прикинь, я не пройду эту комнату. Вот это будет смех. А мне, кстати, не до смеха, блин. Потому что это вполне реально. Потоптался, потоптался. Ну, так, пойду гриб сожру. Просто взял в табло, блин, зарядил мне. Ребят, надо вот этих вот... Да ёпрст, ну... Пятьсот... Ать! Да-да-да-да-да, в
потолок, блин. Пипец какой-то тут. Все, тварь, сейчас я закокошу, блин. Турель, бомбани ты уже эту турель, блин. Господи, помоги мне, блин, одолеть этот этап, а? С такой замедлительностью. Ну это пипец просто, друзья. Жаба, хер ли ты не прыгнул тут? Ты давай мне заднюю, ты не давай, блин, заднеприводная, блин. Назвалась, блин, груздем. Так, полезай в корзинку. Нет, блин. Вначале делает одно действие, потом... Ну! Я не могу, меня убивает все это. Тупорылая медлительность вот это вот. Я думал, может быть, ну как, помнишь, у нас было? Пройдет, блин. Оно так же внезапно начинается, так же внезапно проходит. Ну что-то тут уж задержалось вообще. Что такое для них 5 урона? Это ничто, ребята. Да вы охренели, что ли, прыгать-то за мной прям, а? И прыгают. Я вниз, они вниз, блин. Я наверх, они наверх, блин. Долбанутые, блин. Какая тут прокачка должна быть, блин, чтобы... Это этап, ребята, не этот, как сказать. Не последний, не... Это мы с тобой проходим. В шоке. Я... В тихом шоке, ребята, прибываю сейчас. Ну, серьезно тебе говорю. Вот она, ребята. Коса мрачная. Увеличивает скорострельность с каждым убийством. Вот эта штука. Раньше не было. Появилась. Но она действительно имбовая. Чё, босс? Ой, ё-моё. А, это паук. Блин, вот только на паука с таким количеством хп. С непрокачанной пушкой. Без ранца. Одно спасает, что у него патроны не отскакивающие. Ну, не отражающие, я имею в виду.
Мужик, успокойся уже. А, еще и дроны пришли. Поздно. Поздно, батенька. Че, я не понял, еще и дронов нужно разбирать. Один из, по-моему, наипростейших, ребята, боссов. Угу. Так, ни хренашки мы с тобой не получили, ребята. Рецептов недостаточно много, чтобы улучшить что-нибудь. Поэтому предлагаю я на сегодня закончить эту серию. И обязательно увидимся в следующей и продолжим. Так что всем пока и удачи.